Давай, два поста. Хорошо. Себе я буду ролить. Нихуя, у тебя все... чешуйка пизжи. У тебя тринки, блядь, получше, чем на файра. Нахуй тише. Ладно, чешуйка говно, согласен. Чешуйка. Ну сейчас зайду, погодите. Ну, чисто на двух боссов? Да, видно. Да, да, да. Сейчас. Да, тут коржан собирали, думал сходить, коржан успею еще. Кстати, наш ХП чешуйка такая средняя. Ваболифы. А это самое, слышишь, Донт, а если ты будешь, допустим, ордынцев набирать пугов, а мы будем в альянсовском рейде, не... Не станется. Не доберет он. Сука. Вы же все ренегатов делаете. Фу. Фу, вот именно что фу. Что, блядь, чуть не стошнило. Тарелка, сказал, да? Ренегат. Ренегат, такое противное слово. Блядь, когда там реворк уже будет? Я хочу этого воргина нахуй брать, блядь. С этого ничего не одеть нельзя. На это ебало лошадиное, блядь. Ничего не нацепишь, блин. А чё после реворка будет самое профитное для ДДшника? Хуман, мне кажется. Ну, для кастера енот. Для кастера, да, енот будет. На милика хуман, наверное. А чё будет у кастера даваться? Не, ну ещё будут ордынские расы. Они там в целом вкусные все. И там, мне кажется, они будут не хуже. Я вообще хочу шепошника в тролля перевести. Че, сумоньте, давайте, пацаны. Да сейчас. Готов, давай, отвлечься. Что, ММК мне будет, да, получается? Ну, вот, ты попросил, я сам Мерия меняю. Мерия, да. Там еще один мах есть, пусть я ведь повесит. Даже два. Да не, я хотел просто роза, у Розы забрать МК. А мне нет, мне оно не нужно, блин. На Дестрике, блин, лучше по этому бафать, чем себе. Ну это не точная информация, но я бы лучше по эту бафу. Твоего крита апается крит беса. Я крита беса апаюсь. Ты насколько уверен, что точно от моего крита апается крит беса? Да по-любому все статы беса. Блядь, все бафу. Ясно. Вот по-любому вот охуенный аргумент. Можно, ну смотри, в гайдах у всех в хайгире у тебя бес может критовать с первого удара прям. А вот в логере не всегда он критует, значит от твоих статов он зависит. Мне еще ни о чем не говорит. Это не значит, что он зависит от моего крита. Так, все, я не принимаю КД, пока, пацаны. Давай. Без ГП. Ну, сука. Залив срейдать точно. Бля, у меня фласка закончилась. Кто даст мне фласку? Вот если бы не спорил, я бы дал фласку. Кебаб, а у тебя красная фласка или фиолетненькая? Синяя такая, синяя. Не, синяя мне нахуй не нужна, спасибо. Ну еще оранжевая и желтая. Тогда самоните меня, я полечу. А, ладно. Да где? Какой, бля, пошли. Да, все, на 100 севера выпил. Пойдет, хорошая фласка. Ставь мне шрабик, давайте. Все, повторяем всю ту же процедуру. И еще шамахера, давайте. Шкаф. Локи поставили сзади портала. Лапу бафните. Каски дайте, коки дайте. А где наш шамахер? Гост, вот мы его ждем. Шкаф поставили. А я могу вафлики попробовать? А у нас демона нет, может лучше останется в демоне. Окей. Я, кстати, вам должен, блядь, вы Дестрики должны сейчас разрывать босса, я уже говорил, вам 6% к урону. Это да. Т4 фаером, да? 2Т4 только. Ну понятно. 4Т4 фаер, по-моему, вообще УГ. Ну хуга знаю, надо потестить, посмотреть. Не, я чисто для бафа рейд его создал. С рейдом локов, да. Базара 0. Там 3 лока, 4, это ну, не будет нормально. Кстати, каску по шману просит. Нет, ты тут? А он хилом был или нет? Элемом. Ну, нормально, демон есть, сова есть, все. Да сова умрет с пула, ты чё? Боб, не домогайся до девочки. До этого то же самое, сова был. Что не босс, то я накидываю проклятие. Давай кубик посмотрим, кто папка.
в доме. Так как он демонил домашний? Сейчас посмотришь. На 35% нахуярит. Ну, это вообще так мастер. У него сейчас от 2-4, там неплохой буст. Да, там сейчас весело будет. Да, еще плюс мой буст 6%. Мир, ты тут? Главное, чтоб на проке фартануло. Да. Вам скажет, куда Геру дать. Что, Нейр зашел. Дайте ему бафку быстро. Нигер, ты тут? Осуждаю. Донт, Матус. Вот. Да, блядь, нигер еще не отпился, блядь. Ну, это ладно. Или он по магии не садится. Кстати, да, накину на себя СС. Нейвин. Бо я вдруг сдохну, блядь, я уже вот так заебался. Ты 74 маны, а ты это... щиточек стапишь себе. Все, Донт, блядь. Давайте, блядь, В ромбик встали все? Четненько стоим в ромбике. Отбежали. Блин, а когда вправо отбегаю, у меня подлагивает. Когда влево, нормально. Бежали. Блин, ну реально, как так это работает? 5, 4, 3, 2, 1. Хелсмаш, быстро. Стоим. Какой стоим, блядь? А чё? А у меня хуйня ДБМ пишет. Говорю, нахуй, сука, урони этих пугов съебаных, блядь, чтобы они подохли просто и не стояли. А сейчас следующего заменим просто. А кто это? Хелсмэш? Это хил. Хелсмэш, а чего ты не понял, когда тебе сказали выпить? Тут вот соло захилит все. Падайте. Блять, нахуй мне кембить. Опять ДПСР попадали наши. Хелсмэш, ты в дискорде? Напиши плюс. Давай вообще сейчас типа этот... А, лагануло. Меня слишком поздно приходит уведомление, через секунду 3, наверное. Уведомление в Дискорд? Тебе плохо приходит или что? Я тебе в Дискорде сказал выбежать. Пусть под боссом стоит раз. Ну пусть стоит, бля. Кто еще? У кого еще проблемы с уведомлением? Гол! Чё меня уже плавит? Блядь, Рос, ну, я тебе предложил, пусть ну, не вайпнутся нахуй. Ну, по РЛ, я не против, ну, блядь, я уже, честно, уже плавленный. Я дамажу. Ну, так, блядь, я тоже хочу дамажу. Не надо мне сейчас РЛ, я не в состоянии. У меня сейчас внимательности нету. А, пацаны, у нас куча локов, давайте шкаф сама. Все локи накинули СС на себя, все правильно сделали. Ля вы локи, а? Тыкай, кебаб, глянь, что у тебя рядом, Хорош. По-моему, вот так вот Оззи должен был своему коту говорить. Блядь, что-то смешно, блядь. РЛ кота. Не, можно поворачивать по горейдах, блядь? Надо убивать уже. Да нет, потому ну блин, да, вот тебе наше время позднее, чтобы угорать. Угу. Да, спать. Да все уже спят, блядь. Мне последний пугарец понравился, где вы там вайпались на собрании. Так нет, мы же вот это закрыли нормально. Ну тыкайте на портал, а чего вы стоите АФК все? Я тыкаю. Я просто говорю такое, я не вред, я просто сидел слушал, блядь. Блядь, заебали эти раки, куда пойти, в какую гильдию? Да ну слушай, блин, там типа челики, ну сколько там, 5 паладинов было, не приходилось локом диспелить. Нормально.
Ты же знаешь, чем больше паладинов, тем меньше эффективность. Ози Хантер, знаешь, из-за чего это? Потому что ты слушаешь гачи-мучи. Расскажи, как ты локом диспелил. Этим. Собакой. Всему тебя учить надо, Little Tenlock, и дольше меня играешь. У меня, блин, третий Tenlock. Нет, ну просто это прямо извращение. Да, неудивительно, да? И там можно макрос сделать. Нарзик тут или нет? Да нет, мне вручную проще было двигать. Если, как Рос играет в Дестрике, типа в Дестрике бегать с собакой и ей диспелить. Ну, пришлось. То есть ты понимаешь, насколько там было все плохо с рейдом, что там было 5 паладинов, там, по-моему, еще 2 квеста было, и ну, диспелидлок. Ну там у людей просто нету рейдфреймов, чё они. У нас, блин, первые 2 друида, кстати, тоже были без рейдфреймов. На Астрокрыл они смогли бы ордать. Это все один и тот же друид. Ты типа понял, это мой. Нет, это другой, нет? Не, кошмарчик сначала рейда. Ну этот, нет, его тех двух кинули, а этого добрали. А, все, извиняюсь тебе. Его же на острове, по-моему, добрали, если я ничего не путаю. Да. Может, я его помню там. Это ж он же был уже там стоял. Че, фу, рибав дали? Пацаны, давайте, у кого еще лагает, плюсаните. У кого лагает, все в мелизону, идите быстренько. Это не рофл. Нет, серьезно, да. Просто в мелизоне там тусуетесь. Ну только прям не так, чтобы сейчас весь рейд ушел, а то будут в мелизоны лететь из клыба. Кубов тут? Да. Кубов? Так, налез ромбик быстро. Пуляй даун. В себе из рейда Ози, если хочешь кулак. Просто ладно, его не хочешь. А, блядь, чё я кастую? Сука. А это болезнь, я тоже, блядь. Отбежали. Я что-то поздно заносил, сорян, ребят. Это был просто проверка на то, типа, кто как вообще этот вывозит. Ой, ты бы стоял бы там, пардедес. Отбежали. Вы или нет? Он поумирает, народ. Не, сейчас напишу. Готовьте, сейчас метка будет. На Немезида выбежал. Отбежали сразу с сокрушения. Немезида с рейда. Немезида. Вышел. А кто там с ним пошел? Слышишь? Вычислите мне его. Вычислите и заплюйте. Какой-то нахуй. Вангую, Альмерию. Отбежались. Нет. Готовьте смерть будет. А с ним хоть бы сбивали, блядь. Выбежали. Вы дальше бегите. Ну, хорошо. В ромбик стали все? Готовьте, сейчас метка будет. Нелла. Разбежались. Да куда вы бежите к локу, алло? Вправо-влево. Блин, амкань. Разбежались. Агро, блядь. Бьерн, скинь. Все, не разбежались. 4, 3, готовьте, сейчас будет метка. 2, 1. Так, надо здесь уходить. Кубов. Краш-тест, Нелл, расколы. Разбежались. Краш-тест, Нелла, расколы. Алина, скинь агро. Не, видно в рекламе вопрос. Разбежались. Не, его мне очень хорошо. Алина, есть чем скинуть? Ага, четко. Есть. Уже все. Халион, раскол. Разбежались. 2, 1. Так, через сколько бес? Нам не нужно стопать. А, нет, не нужно, все, давай. Нарида, выбежал. Блинк отсюда. Блинк с рейда, Нарида. Быстрее. Там череп улетел далеко. Выбежали. И
готовьте сейчас, готовьте свечиться в другую цель. Разбежались. Готовьте, сейчас метка будет. Готовьтесь выбежать с меткой. Ози, Ози. Стоп не может, нет? Не-не-не, домашний. А, блин, все сыграли в этого, в анонимуса. Донт, на пул. На пул в зале. Донт, донт, ЛПшки. Я могу ловить. Давай, давай. Лови. Стакнулись. Блядь, он далеко, сука, стоит. Разбежались. Донт, подтяни. Все, дамажим все в аномалуса. 5, 4, 3. Разбежались. Готовьте, сейчас будет метка. Кубов. Сейчас всем нужно быстро разбегаться. Разбежались. Потому что если сейчас вас ударит эта штука, вы умрете. И все стоят ровно в ромбике. Ровно в ромбике. Разбежались. Ровно в ромбике. 2, 1. Резок, сыграем. Хайль выбежал. Хайль выбежал. Разбежались. Хайль выбежал. Сука, ну блять, нахуй! Блок ебаный, блять! Допивайте, допивайте, допивайте. Нужно выбежать людям в РДД зону. Все милики в РДД зону. Сова, есть и живая, нет? Нет, нет, нет. У нас 5 минут, просто не косячим. 2, 1. Течет черная кровь. Рог, я поспеваю косты, не парься. Все стакнулись в ромбик. Алло, эти милики тоже подошли туда. Но сейчас у вас будет плевать. Донту, 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 хил. Да, Войд без маны. Надо, чтобы, бля, Войд, побей автоатакой, бля, босса. Бля, повезет. Я не могу, кстати, вам говорить, когда выбежать его, потому что я не вижу. А нахер с ним, помогите с хилом, если че. Сука, я думал, как, блядь. Да, блядь. Да, вообще был изи такой босс. Я не знаю, где лучше, почему он разбежал. Все, встали уже. Нормально, я вроде поднял. Вот, не отвлекайся, бей тупо автоатакой. Просто и все. Джагу на синюю кинь. Синие джаги, кстати, нет на 8. Блядь, хуёво. У меня, наверное, нет таких. Я могу подбежать, кинуть. Да, кинь. Иди, кинь, да. Дон, прожмись. Угу. Все, Войд постоянно джагу синюю обновляю, сейчас ты генишь. Блядь. Тикайте косты, роги. Один рока пошел кикать. Это я. Блять, Дон. Ну все, тут гигант получается. Или не, нормально выжил? Бейте. Нормально выжил. Поправ. Готовьтесь, сейчас еще может быть этот... метка. Или он уже не бросает метку? Да, бросает. У меня просто таймера нету уже на метку. Донт, если что, сокрушь, могу на тебя кинуть. Так редко лужи. Потому что людей очень мало. Бля, Донт, по-моему, могут не успеть. Прожми с печем. Да не особо. Ринь какой-то. Вытягивание. О, не, промо. Хайпер Икс вернулся, нормально. Бля, ну бы без лужи не добьете. Ну все, можете падать. У нас нет людей просто. Сука. Хайль, вопрос к тебе. Почему, когда я спрашивал, типа, кто вообще, типа, ну, у кого лагает или еще что-то, ты ничего не написал, не пошел в мелизону? Ну что тупанул, так, блядь? Пусть нахуй, стойте в ебенях. Блядь, не руините нам трай, блядь. Кто там у нас, чужаки, блядь? Хайли, Хилион, Нарида, блядь, тут еще. Просто стойте на месте, блядь, станьте где-нибудь в ебенях. Дальше босса, не знаю. Нет, блин, фишка в том, что если нас будет мало в РДД-зоне, он будет бросать в мили-зону это. То
А тот же самый шаман сейчас второй раз. Прошлый трай заруинил этот шаман. Давай. Не, этот не заруинил, это не шаман. Это лок Хайль. Это лок, блядь. А, лок, да? Да ладно. Фишка в том, что нам нельзя людей выбрасывать с РД-зоны, он же будет мили-зоны бросать, нет. Там миликов поставим нашу, какая разница? Давай я поставлю с вами побегаю в РД-зоне. Не, ну, блядь, ну, нереально, ты не затуп, нахуй, вайб, блядь, просто. Я пока не могу это выпить. Ты, хотя, блядь, добить босса-то осталось этих 10% вонючих. Прямо. Да кто спорит, блядь, ну, что я могу с ними сделать? Ну, ты видишь? Сука, лок, поставь, нахуй, сзади рейда, блядь, портал, блядь, и услышал, что у них сразу портующий туда, нахуй. Не стой, блядь, в рейде. Да я говорил уже об этом, что Локи ставит портал сзади. Ну я же говорю, типа, блин, они ж не умеют слушать, типа, это, думать. Ну, у них это такое, тупанул. Им-то шо, им-то босса все равно убьют. Блядь, сука, коржан, сука, собирают, нахуй, уже должен быть там сидеть, блядь, сука. Давайте, короче, еще. Не знаю, так и не хочу его тратить. Я его хочу убить, мне тринка нужна, блядь, сразу сюда тринки пришел. Лок не выбежал. Хики, хайки или как там его было? Хайли. Хайли. Че, еще я как будто в рейде третьего рейха сижу. И Рост такой говорит, Хайль, Хайль. Короче, раз не отвлекайся, я, блядь. Мне было приятно. По РЛ, ты ебошь. Давай. Сейчас буду миллион ДПС, давай. Ты хотя бы свои 2000 дай. Ну, свои 2000 и миллион еще. Ты бы видел, как я тут на ретрике дамажил. Ой, да первое КД этого Ульдуара. Я знаю. Ретрик тут основной ДПС сделал. Да, было дело. Блин, а можешь сумануть? А я еще, знаете, что запомнил? Типа, там выпал манускрипт на танка, а отдали этому челику, который после этого больше на РТ не появлялся. А я так хотел этот манускрипт, а отдали ему, потому что он МТ. А кто это был? Я не помню, какой-то паладин-то его добрал во второй рейд, типа. Или, ну, или куда-то туда, типа. А, Варжарк. Бля, ты еще и по никам помнишь. Ну, с методов, да. Уж паладинов танков не так уж много у нас было. Я вообще не помню. В смысле, ну, с вашего сам пришел. Пришел ты, вот который остался неутомимый. Да, мне тоже кажется, что он не с ней был. Гудлик. Там с ними был какой-то другой паладин. Типа, он еще восхищался моим ДПСом. Таких тоже не было. Не был. Он релил десятку. Все, давай торчу. А, давай, Диор, давай. Разбирайся с ними. Я в РТД поторчу. Лучше половлю здесь. А, давай. Где там шамахер? Так, еще раз, у кого, короче, отклики в игре большие, или в голове, или еще какие-то проблемы. Типа не знаете, как вообще тут что делать. Идите в мили-зону. Да он ФК, короче, давайте без него. Он писал, да, 5 минут отойдет. Давайте, ДПС хватит с головой. Отключил ДБМ и стало лучше, правильно Каску. Понимаю? Каску дайте, ну что? Как там без каски у нас живет? Кубок? Кубок? Да. Я с кисти играю. Все, пуляй, да. Какой засмысленный, блядь, позыв. Лучше в Вовку играйся. Никто не бьет босса, ждите этих. Сбежались. На нахуй, минус 2 рака, блядь. Дамажим. Забежались.
14. Нет, отправляемся. Немезида вышел с рейда. Сбежались. Сбежались. Метка кубов убежал, разбежались. Нелла, раскол. Кучнее, стань, шаман. Разбежались. Сова тоже чуть левее. Разбежались. Метка, готовимся. Масухами не бьем в мили. Милики, чтоб ДПС спал сухо. Выбежали. Дыр вышел с редкой меткой. Держит. Файеры тоже аккуратнее, чтобы бомба не взорвалась. Альмери. Ясь. И че ты там тусуешься, блин? Сова, резню сейчас ее. Выбежали. Побежали, побежали. Сова, оставим в лужу и Берри, Альмери. Выбежали. 5, 4, 3, 2, 1. Беги, малыш! Войд вышел с меткой, все на месте. На месте, сука, блядь! Выбежали теперь. Я называю них, кому выбегать надо, все остальные на месте. Ну что, на баблом снимается, что ли? Нихуя себе. Выбежали. Стоп. Пары. Не, вообще не шевелитесь, не дышите. Минус хэм. Нет, 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 он живой. Ну, выбежали, 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 выбежали. 4, 3, 2, сейчас метка будет. 1. Все, вот сейчас собирается, отлично. Разбирали. Немезида вышел с рейда, немезида с рейда. Каст не сбили, да? Дон, ты чё, блядь, не сбиваешь каст? Я за нулом. Не, вроде. Слушай, ну что, Небезида, думаешь, куда-то вышел, типа? Он бежал вместе со всеми. Ебашься, хилим дальше, похитили чуть-чуть. Бейте большого. Вы с Аронитового играете? Геру, да? Вышли, следа. Вышли, 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 блядь, стоим, нахуй. Ой, блядь, рачилы, нахуй, ёбаные, просто пиздец. А чё это милики делают, блядь, в мизоне, нахуй, нихуя не сбивают, блядь. Сними агро. Сбросьте агро все. Падайте. Нелла сбрось. Мату сбрось. Чё этот? Чё делаем? Ещё один трак делаем, пизду, нахуй, давай. Товарищи милизона, чё вы, блядь, занимаетесь, нахуй? Что у тебя с омбаном? Саш, что у тебя с омбаном? Чё у меня? С омбаном у тебя что? А чё, блядь, дома? Тут уже, блядь, тут полрит уже лежало. Да-да-да, там реально 10 мёртвых этих людей. Да не суть, типа, здесь не это, короче. Шаман. Вопрос, что у тебя снова там был за проблема? Расскажи. Давай, шаман, ты сможешь. Ладно, отойду пока чуть-чуть. Кто ты спрашивал у меня? Почему ты не выбежал? Почему я выбежал? Куда ты выбежал? Нет, понимаешь, сказанули Геру, в этот момент я прожимал Геру и прыгал, не добежал до конца. Алло, я тебе выбежал, выбежать, сказал с рейда, понимаешь, тебе сказали выбежать с рейда. Ты не выбежал с рейда, ты в печеньке, печенька на тебе была, ты положил половину рейда. Там не Мезида был, по-моему. Нет, положил пол рейда из-за того, что касс не сбили еще, блядь.
то время, типа, вытягивание было? Были, да, мы были в пол хп, и там подкаст. Да. Сейчас, все подожди, сейчас я найду, у меня есть. Там не мизится, блядь, по-моему. Более чем уверен, что вряд ли. Потому что я видел, что этот... Ну, хотя, сейчас найдем. Блядь, у нас ТБМы ставят разные метки. У меня этот череп, а у вас крестики. Ну, у меня крестик показывает. Сейчас я скажу. Информация. Так, значит, последняя была... Немезида, да, обставил. А подожди, а это не была после этого больше? Была Немезида, кинулась на него метка Безликого, и сразу кинулась на него эта ебаная лужа, блядь. А до этого Войд был, все. Войд, да, до этого Немезида, был. Окей, почему ты не вышел? Ну, там еще плюс всех откинуло, и тот, кто подошел под Немезиду, сдохли, блядь. Надо убрать метку с шамана, потому что из-за этой метки я думал, что это он проблемный. Меня больше забавляет, как Куба на карточах сидит и с карточей шкаф кастует. Ну тыкните, ну блядь. Маг прошел мимо шкафа, не тыкнул нихуя, пошел пить. Слышишь, Куба, а есть этот, куда загрузить, ну, на нормальные площадки стриминговые? А то, понял, не у всех работает эта хрень. Дискорд просто не хочет файла больше 8 мегабайт загружать. Там нитро нужно покупать. Брат, а на YouTube загрузишь, ну? Ну, блядь, ну там котик 8 секунд. Подожди, котик, который... А, слышишь? Это мой котик. Этот, короче, тут у Ози Хантера есть такой котик, который любит этот срать на пол. Ага. Что ты ему посоветуешь? Ну, короче, громкие звуки, как собак, как и котов, пугают. И ты постоянно, когда, типа, прям громкое что-то делаешь во время того, ну, если он там срет или что-то неправильно делает. Вот. Я вообще приучил своего кота в комнату к себе не заходить криками всякими. Ну, и топотом, там, хлопками. Типа, он просто сытся даже в комнату зайти. То есть, ну, там, со временем... В каком смысле? Это лучше бы... Ну, он боится. Не сыт перед комнатой, а боится. Кубоб, а тебе после вот такой дрессировки на тебя соседи как на умственно лишенного не смотрят? У меня стены в доме, пиздец, два кирпича в толщину, ребят. Бля, везет тебе. Сейчас на секторе. Давай, Серчинок. Дон, ты тут или нет? Дон. Да, я тут. Ко мне в мили стоять или также с РТДшниками погнать? С РТДшниками стоять, разбивашка с тобой. Сейчас, секунду, ребят. Бля, надо поближе поставить портал, а то что-то так далеко поставил, зачем? В ромбик стакнились. Ой, блядь, мне уже страшно. Вот что почему я боюсь Везакса? Потому что, блядь, вроде изейшая тактика, ДПСа всегда хватает, ХПСа хватает, блядь, а вот ума людям выбежать не хватает. Чё, давайте это сам. Не наби людей. Эсэсы накинули на себя локи быстро? А все, мана не конечная. Убежали. Ну, смотри, трое накинуло, молодцы. Побежали. Пять, четыре, три, два, один. Побежали. Мак, Нейр выбежали все. Нейр вышел. Ну, Нейр, братик, ну, камон. Убегать надо назад, убегайте с метки. Выбежали. Кстати, сова сдох. Да, я тоже. Убежали обратно. Выбежали. Готовимся, метка сейчас будет. Нет, раз. Блять, я за таблички не покину тело, не вижу никого. Так что озвучивайте нахуй. Вышли. Выбежали.
метка через 8 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Убежали. У тебя Алмерия, но... Алмерия выбежал за ним. Давай. Просто проиграли мне, если надо. Давай. Разбежались. Да, у тебя скоро метка. 5, 4, 3. Так, а что он не бросает? Немезида, Немезида. Все вернулись. Остальные вернулись. Остальные в ромб, остальные в ромб. А где? Стоп, никто не кастует. Разбежались. Гросс, гросс, смотри. Все хорошо. 100% нету, о чем вы? Было на секунду. Ну плевать, типа, у меня стрыв 120 минимум. Сбежали. Я пацаны поменьше, все нормально. 1. Там сейчас метка должна быть. Нелла. Хорошо, когда на лок. Хорошо, когда на наших разбежались. Ну, пуги пока да нахуй летают. Все, пуги, блядь. Не, оно сложно, я тоже летаю постоянно. Просто стоять не в метке. Шаман, метку встань. Дон, набирай игру. Готовьте, сейчас будет метка. 5, 4, 3. Стакнулись в ромбик, разбежались. 1. Нелла. Нелла, Нелла, Нелла. Все, дамажим в ромбик. Геро. Или металли дал. Разбирались. У меня уже плывет, я сказал, дамажим в ромбик, да? Ну слишком далеко. Да. Блять, обычно, да. Да время поздно, я не знаю. Я так и имел в виду, пацаны, в ромбик дамажьте. Не отвлекайся, Весел. 5, 4, 3, 2. Сейчас метка будет, готовьтесь. Стоп на ДПС. Стоим на месте. Разбежались. Хелсмэш, Хелсмэш, быстро, быстро. Хорошо, что ты быстро сдох. Отлично. Какая удача, блядь. Мне сейчас так прокнуло. В одну метку встали все. Так, элементали, давайте больше ДПС в элементали и проходим это все. Синюю джагу покидаете? Виси же. Столкнули ДПС. Разбежались. Готовьте, сейчас будет метка. Аккуратней, аккуратней с маной, я подсиливаюсь. Все, дамажьте. Разбежались. Больше не прохлебся. Стакнулись. Ага. Ну слушайте, да, типа, давайте, ой, наверное, ты, все. Не стой ты в милизоне. Ты садишься по мане в ней. Его нету в Дискорде. Ну, случая не было. Все, родина. Типа, у меня уж, честно, очень снимало сила. Если хотите, можете поэрелить, я уже все, сдаюсь. Все, ро. Да, напиши это просто, типа, в этот, в объявление рейда. Ну то сейчас разролим, пока этот пуги разойдутся. Я бы пулом, которые дали ДПС ниже горизона, нахуй вообще бы ничего не давал бы. Да, да, да. Блять, 7 кинул. Little 80. Какой Little? Little, отстань. Могут кто? Портал Долоран дать? Походу только мне. А, Шамахер еще. Бэш. Да, там да, гостит на мейна. Да, давай мне. Давай в Далью встретимся.
меня просто уже кащу камень. А, я отменил. Ну давай, я просто внизу здесь стою, я не могу забраться наверх. На везоксе внизу стою, понял? Боже, блять, напирает. Могу, но только бы что на вас может спойлить. Ну ладно, сейчас сдохну. Наш не левайте, слушай, и по работягам. Да, сколько мы боссов убили? Раз, блять, мало. Всех, кроме трех последних, сколько там? 1200. Алгалон еще не убили. А, ну, но он не считается последним. Не-не-не, 1200 получается. Блять, за 1204 часа, блять. Я ебал тут ходить. Блять, что да. Блять, как заебали стоять в немецке, это пиздец. Меня аж, спасибо, блядь, нахуй душит. Слушай, спасибо, он тебе вообще не нужен, по факту. Так что не без надо. Без хосты, да? Да, конечно, блядь, на шипе без хосты такой посох. Тебе он тоже сейчас не нужен, нахрен он тебе нужен. А, слушай, ты мой видел? Нет, тогда ладно. У него такой же, только 32.